Всем привет! Вы смотрите программу «Казнет». И в ближайшие 20 минут с вами буду я, Игорь Ильясова. В глобальной паутине появляются новые видеоролики. Мы следим за новинками и представляем лучшие из них вашему вниманию. Кто в казахстанском интернет-пространстве делает обзор отечественных видеоклипов? Дина Исабекова, более известная как Ди, представит вам новый видеообзор. На этот раз под пристальным взглядом Ди окажется группа «Ламия». «Ламия» подарила нам аж 5 клипов за год. В принципе, неплохо. Крольчихи дают приплод 3 раза в год. Кстати, о мясе. Недавно девушки снялись в рекламе мясокомбината. Каннские львы курят в сторонке. Алло, дорогой, мы по-разному поем, мы по-разному едим, мы по-разному храпим и чистим зубы. Мы разные люди, абсолютно. Да, мы расстаемся. Казахстанский продюсер и жнец, и швец, и на дуде игрец. Поет. Снова шепчу про себя, а-а-у, крышу снесло тебе, е-е. Танцует. И модно одевается. Удели ты мне внимание, мой малыш. Не понимаю, зачем так унижаться ради поездки в Париж. Забилось быстрее мое сердце. Первым классом мы шампанским хочу в Париж. Село Париж в Нагайбакском районе Челябинской области. Нагайбакского. Уже новая коллекция. И забилось быстрее мое сердце. Первым классом мы шампанским хочу в Париж. Да, судя по нарядам, имелось в виду коллекция Хучинджи, чей бутик находится на барахолке в 16-м ряду возле 3-го контейнера. Наверное, многим интересно, для чего Ди снимает видеоблоги и вообще, каково это быть видеоблогером? Дина Исабекова немного расскажет об этой интернет-кухне только для телезрителей программы «Казнет». Почему вы решили снимать видеоблоги и выбрать именно обзор казахстанских видеоклипов? На свой видеоблог меня вдохновил продюсер UVTV Самсон Безмятежный. И непосредственно с его легкой руки, с его легкой подачей и началась моя эта деятельность. Уже есть 3 выпуска. Почему казахстанских видеоклипов? Ответ прост. Надоело смотреть трафаретные видеоклипы, которые крутятся на наших отечественных музыкальных телеканалах, ну и, соответственно, имеется в интернете. Видеоблогинг – это, можно сказать, мое хобби. Основная моя деятельность связана с SMM и социальными медиа. Время нашего эфира подошло к концу. Если у вас есть интересное и смешное видео, которое вы бы хотели показать всему Казахстану, скидывайте ссылки вот на этот адрес, и мы обязательно его покажем. Ну а я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения и до скорой встречи!